В Махачкале прошло первенство города по кикбоксингу К1 среди юношей 2001 и 2002 и младших юниоров 1997 и 1998 года рождения. Организаторами этого турнира выступили администрация города Махачкалы, комитет по спорту, туризму и делам молодежи. Спортивное действие проходило с 23 по 25 октября в средней общеобразовательной школе номер 55 поселка Кихулай. Для самих участников, детей и, конечно же, для тренеров это большое событие. Так как участники могут показать, на что они способны, а тренерам просто интересно, на что же способны их подопечные. В этот день участников поздравить и поддержать пришли и люди, которые уже многого добились в спорте. В стороне также не осталась и администрация поселка Кихулай. Друзья, вот здесь ваши тренера, судьи наших соревнований, которые всегда участвуют на наших мероприятиях. Во-первых, хочу им сказать большое спасибо, что воспитываете вот такое поколение, здоровое поколение. Хочу пожелать удачи вам, настроения, хорошего боев показать, достойных наших игр. Всем желаю успеха. Конечно, каждый участник выкладывался на 100%. Все мы понимаем, что на соревнованиях должны быть и победители, и проигравшие. В свою очередь, мы желаем всем участникам победы. И пусть победит сильнейший. Патимат Алиева, Магомед Зурканаев. Специально для Прибой ТВ.